Не зря сапоги надели. О, класс. Да там я так... Ой, смотри, какая красота. А, лестница можно не обходить. А, да? Ой, здесь смотри, какая-то... Лестница? Да. Класс. Ну что, фонарик-то? Карин, дай свой фонарь. На что? Надулся? Ну он молодец. Дулся? Не, он правильно идет. Там самая мелкая на самом деле часть. Поэтому собака у нас молодец. Не то, что мы идиоты, блин, поперли по центру. Так лучше. Что, тебе хорошо в твоих-то сапогах? Надо всем высокие покупать, раз уж. Слушайте, а через телефон смотреть козырнее. В нем все видно. Смотри, там глубоко. Видишь, там канава какая? Ага. И только черти не носят. Вы там что? Дусенька, что они там? Никак? О, птички поют. Слушаем. Диана, ты вообще человек бесстрашный. Ты что ты кричишь? А что ты кричишь? Ваф-ваф. Сам дурак. Давай мы с тобой сходим в тот туннель. Я сейчас посмотрю, мои сапоги не потонут тут. Да вроде не должны. Слушай, там далеко идти-то. Здесь еще вон какая-то дверь. Я посмотрю. И мне кажется, я туда не перейду. Карюха, пойдешь снимать туда ты, потому что мои сапоги туда не дойдут. Давай мы с тобой сходим в тот туннель. Я сейчас посмотрю, мои сапоги не потонут тут. Да вроде не должны. Слушай, там далеко идти-то. Здесь еще вон какая-то дверь. Я посмотрю. И мне кажется, я туда не перейду. Карюха, пойдешь снимать туда ты, потому что мои сапоги туда не дойдут. Ой, там еще туннель, он уходит в другую сторону. Не, там здоровый тоннель. Там он достаточно далеко, вода, тут вон комната. Цыц! Что ты орешь? Идите сюда, здесь еще видите, какой здоровый тоннель. Диан, ты пройдешь, у тебя сапоги высокие, давай. Карюх, заходи, у тебя нормальный уровень. Папа у нас никак не войдет. Да не боись, ты нормальный, иди у тебя. Падаешь. А Дусенька, ты посмотри на это чудо, как он только выгребается там. Давай. А? Что такое? Ну я тебе посвечу. А где у тебя фонарь, у пап? Я уже вижу, я ж тебе свечу, что там канава. А Карина же ж это. Фонарь, где я тебе дала фонарь? Ты сдала папе. Холодная вода? Не матерись. Малая, ты куда пошла? Ты чё? Малая у нас ушла, глянем. А? Дух! Малая! Она потонула. Я не знаю, как. Я вот в этих коротеньких не утонула. Она потонула, блин. Я ей свечу, что там канава. Обалдеть. Дусенька стоит на Карюше. Тихо! Ты дурак? Карюш, вот сюда доходишь, вот где луч. Здесь мельче всего. Только канава там тоже есть. Малая, аккуратно. Нет.
Иди сюда, малая, папу жди. Надо еще папу провести. Папа же тоже в коротких. Иди сюда. Папа ничего не видит. Смотри, Карюх. День. А день у нас вообще бесстрашно. Она поперла в кромешную темноту одна без фонаря. Иди сюда. Сюда, день. Что там тебя? Свои голоса зовут? Он послушал и сделал так. Чудовище где? Мы чудовище. Ну да, нормальные люди сюда не полезут. А мы чудовище. Поплыла. Ой, чудо ты мое, поплыла. Давай, плыви сюда, мы тебя поднимем. Боже, его не разъест тут это. Оно уже бензин, топливо какое-то. Давай, сюда иди. Сюда. Дух, сюда подойди, мама возьмет тебя. А, Карин, помоги. Я... Она уже ушла. На, Карин, чей фонарь. Ты нормальная. Тут так можно Кондратьев нахватить. А здесь тупик, что ли? Нафиг мы сюда перли? Посмотри. А, нет. Ну, точно. Нет, тут тупик, смотри. А для чего, интересно, вот такой узкий этот? Да, она перешагнула, она справилась. Дукса, а Дукса пойдет за вами. Вы спускаетесь, спускай сначала. Давай, Дукс. Пошел. Ну, пните вы его, елки-палки. Давай, Дукс. Ты герой. Сейчас будет полет нафигатора. Давай, давай. Где твоя смелость? Диана, стой. Давай вперед. Подожди, иди за мамой рядышком. Ну, у тебя хотя бы длинные эти. Я не чувствую, здесь очень сыро, поэтому я не чувствую. А сколько километров тоннель? Докса, не уходи. А мы с какой целью туда идем, чтобы упереться? Чтобы упереться? Варну? А нахрена нам Варну? Докс! Ты ж, блин... Доставайте фонари, потому что на дороге тут капец. Дукс! А Дукс ушел. А, вот он. Дукс, а что ты ищешь? Ну что-то обнюхивает. У меня хороший фонарь. Я все вижу. Вот, аккуратно, ямы. Опять начались ямы. Здесь очень острые остатки чего-то, стройматериала, что-то такое. Дукс! Шмакодявка вернулся. Дукс! Ага, здесь вообще дорога как бы не дорога. О, ну-ка, Дукс, светани своими глазами. Как ты это умеешь? Что-то он прям ищет, ищет. А здесь он по стенкам течет. Да, он еще очень глубокий. Дукс! О, глазищи-то глянь, у него какие светятся. Дуксенька, ну глазки у тебя шикардос светятся на фонарик. Он так что-то ищет, так он что-то ищет. Что тут такое? Ну, блин, здесь был Вася, наверное. 9275, что за надпись? Куда ты попёр? Почему уходишь так далеко? Один без фонаря, потом ищи тебя.
Он взял след, что ли, я не пойму. Здесь какие-то трубы, из них течет что-то, срань какая-то. Ушел. Опять начинаются дырки. Там столбы были, они вон сгнили. Эй! Дукс! Малая, идешь? Ты куда так это ломанулся? Он что-то на таком стреме прям. Стоять, иди сюда. Страшно? Иди сюда. Дуксу становится страшно. Он прям испугался. Что ты испугался? Собака. Он выход ищет. Вон он что. Он ищет выход. Ему дурно. У него клаустрофобия. Дукс. Дуся. Ему страшно, пап. Он начинает паниковать. Ну да. Дукс. Слушайте, но идти еще очень далеко. Ага, сюда. Ну. Далеко. Да давайте возвращаться. Мы придем, там стена. Ну и что? Все одно и то же. А что в стене? Откуда я знаю, сколько он туда? Ну, еще достаточно далеко, я вам смотрю. У этого истерика, паника. Где Карина? Да, выпустите, глянь, выпустите меня! Ага. Но там далеко еще идти. Туда даже свет не доходит. Э! Пошли обратно! Дусенька, идем. Вот такое увидишь, обосрешься. Извините за мой французский, но так глянь, летит, и глазище светится, как фары. У него еще истерика, бедный, он напугался. Пошли. Пойдем, а то у него. Диан, идем. Да. Не, он ему страшно. Ты глянь, как его колотит, бедного. Даже я вообще не понимаю, нафига мы сюда приперлись, да? Дуксенька, выводи свое нерадивое семейство, которое лазит везде. Вот, если бы не собака, не вышли бы. У нас самая адекватная семья. Это собака, точно. Слава богу, да, Дукс, выход. Докса, мы еще наверх пойдем. Смотрите, осторожно. Ох, ёпты. Что такое? Ну, я даже не знаю. Стоит, а не стоит, да? Да. Такие вот ступеньки наверх. Очень высокая стена. И у-ху-ху. Такие же ступеньки вниз. Ступеньки, конечно, номинальные. Если можно их так назвать. То есть, хорошо, если ножка встанет, но на некоторых и ножка не встает. Опа, меня нашли. Не, свободен. И сейчас мы дронами посмотрим, кто там наверху. Я здесь, не потерялась собака, не переживай.